Всем привет, дорогие друзья. Ну что, сегодня у нас видео. Вы перед просмотром видео завариваете чаек, кофеек. Всем приятного аппетита, приятного просмотра. Сегодня мы что, короче, варим ворота. Вот, я не снимал, как я разбирал старое. Это ни к чему, я думаю. Будем уже, когда варю, буду снимать, какие получится. Вот, столбы уже установлены, зацементированы, вот там все разбирал, это старые, от старые вот такие камни. Вот все, профиль у нас тут 6-метровый, узоры там дома мы заказывали, а вот такие я доставал, вот такой профиль доставал, вот было зацементировано, кто видит белую черта, это все отбивал, вот этот. Такие профиля здоровые. С двух сторон по две штуки. Ну, это старые ворота. Деревянные, их надо разбирать. Вот. Бревна от старых. Все, у меня вот эти установлены. Все, начинаем варить, достаем все. Уже удлинитель протянул. Все, достаем все, пилим, режем. И начинаем сварку. Погнали, ребят. Ну что, ребята. Зачистил. Уголочки выставил, все отрезал, сейчас их хочу и будем сваривать. Включусь, как буду варить. Вот. Так вот, почистил. Вот эти две почистил, эту еще не чистил, ржавая. Потом, когда буду уже там варить, сначала ворота буду варить. Все. Вот такие узоры, ребят, будут стоять, заказывал сварочник, электроды. Вот такие узоры, но они оттуда, вот так вот, по углам. Точка, вазон заказывал. Вон, это один. Вот вазон. Один цветочек упал. Пу. Вот как мне его приварить теперь? Нормалек. Пипец. Ну ладно, если что, дырку тут высверлю. И постараюсь приварить. Не знаю, этими электродами. Железо тонкое. Что-нибудь сделаем или на саморез посажу. Закрашу. Смотрим. Все, ребят, вот уголки установил, кофеек пью, чищу вот эти и привариваю первый раз-два, потом уже буду ворота тут, ну, навесу петли, потом просто эти сопли пчу-пчу отрежу и все. И посередине распилю прямо. Все, ребят, погнали. Ну что, ребят, точки вот приварил снизу, сверху. Все. Теперь напилил. Сюда, сюда, потом здесь посередине две штуки, потом просто болгарка тут так увить и все, и вот там это уже когда петли приварятся. Ребят, не могу снимать, когда варю, сами понимаете, один оператора нету. Вот. Все по возможности, готовый результат, что уже приварил, делаю и все. Вот так сначала наварил, видят, да? Там солнце, наверное. Сейчас от солнца отойду. Вот, ребята. Вот так и снизу идет. Все, теперь так, стойки. Сюда на край, туда на край. И две посередине. Потом петли навариваем. И посередине чиркаем. И вот здесь сварку срезаем. Потом калитка уже пойдет. Все, ребят. Что привариваю, короче, показываю вам. Снимать никак. Камеру не установить. Нету палки. Вот. Палка есть, но она сдуется, короче. Вот. Ветром сдует. Ноги фиговые, маленькие. Вот, ножки, на чем палка стоит. Маленькие. И ветер, и камера падает на бок. Вот, надо будет эту покупать, треногу нормальную. О. Все, ребят, погнали, короче, варить дальше. Всем приятного просмотра. Обязательно с вас лайкос и любой комментарий, как вам видос такой. Ну что, ребят, вот все приварил. Сюда потом петли.
И потом вот обрезаем просто швы. Все, выставил вот эти. Сейчас приварю, чтобы были калитки, короче. Все тут надо. Мама там куряга. Так получается. Все. Ну что, друзья, все, тут приварил. Все, приварил, варю петельки. Петли будут, потом там обрежется все, и все. Вот, уже тут приварил петлю. Сейчас тут разметил, ну, чтобы ровно было. Сейчас тут приварю, вот петли лежат. Такие петли купленные. Все. Все, ребят, варим дальше. Сейчас здесь все сделаю. Будем узоры варить. Все примерять, делать. Сначала ворота сделаем, потом нам остается калиточка. Все, ребят, погнали. Что, ребят, железо поставить, сок вымерить надо. Ну что, посмотрим, какая красота получается. А получается у нас вот так. Это я поставил просто кусок железа, чтобы мне тут вот так будет симпатично. Один здесь узор, один вот здесь. Все, вот так получается. И на калитке также один сверху, один снизу. Только на этой стороне я не знаю, где стоять. Наверное, с того края сверху, с этого снизу. Или нам так, не знаю, посмотрим, как покрасивше будет. Так вот так, ребят, получается. Чё, варим дальше, ребят, погнали. Ну что, друзья, вот наварил вот такой профиль небольшой, и снизу получается железо будет к нему, также сверху. Вот видите, промеж железа узора туда, короче. Вот, вот так будет, видите? Вот, так же и тут. Тут будет вот так вот с этой стороны. Вот на профиль. Вот. Оп, и туда. Все, ребят. Так получается. И на той воротине тоже. Все. Будем сейчас еще тут варить и покажу, что будем варить. Ну что, ребята, на сегодня все уже. Надо поотдохнуть. О, завтра продолжим. Осталась калитка и этот. Обрезать воротины. Все вроде подварил, проварил. Но еще посмотрю, когда обрежу, все открою. Петли подварю. Тут еще по мелочам. И будем красить. Завтра быстренько калиточку шпандарину. Шкурим. И скрасим. Вот так вот. Все, ребят.
Все, воротина сделал. Потом пройдемся болгаркой, сварку обрежем и все. А, еще эти наварю за творки, чтобы закрывались ворота. И все, и калитка нам осталась туда. Для вас это секунды, а для меня ночка. Так что смотрим дальше, ребят. Скоро будет готовый результат уже. Всем удачи. Всем доброе утро, дорогие друзья. Все, у нас время 9:00. Только приехал к матери. Спать хочу, не могу. Пасмурная погода какая-то. Что, сейчас кофеек делаем и начинаем, короче, делать калитку, ребята. Все, нам осталась калитка. Тут еще к дому привариться. Подлить железо. Вот здесь тоже будем менять эти палки, листы скидывать, и вместо палок, потому что они гниют, он там сгнившись, и забор уже это, и будем к столбам, уже столбы все железные, будем приваривать профиль этот, вот профиль вот осталось. Ну еще на ворота уйдут, на калитку. Вот тут кусочки, короче, будем его, это после ворот, когда полностью уже ворота. Сегодня, надеюсь, уже калитку по-любому, если вчера ворота завершил, сегодня сделаем калитку и будем, дорогие друзья, красить будем в черный цвет. Вот железо красное, это будет черное, будет сочетание хорошее. Вот, и купили вчера от солнца эти круглые шары, они пойдут на сами столбы, 3 штуки, сверху будут светиться, короче. О, обязательно вам покажу, как это будет все выглядеть. О, вчера съездили, купили, такие вот дела. Будем, ну, это уже когда все завершим работу по воротам, покрасим, вот. И будем сажать эти герметиком все сначала, чтобы туда вода ничего не затекала в эти шары. Все. Чтоб, ну, культурно сделаем. Тем более матери. А такие ворота в интернете, ну, чуть-чуть по-другому. Там еще сверху узоры. В соседнем городе, ну, привозят в наш город 50 тысяч. Вот, а кому интересно, сколько эти ворота обошлись по материалу, короче, пишите комментарии, я сниму маленький шорс. Вот сколько что обошлось, ну, сколько железа, узоры, мелочевку эту. Вот. Кому интересно, ребят, пишите, я скажу, сколько, если самому делать ворота, сколько мне вот эти обошлись ворота по материалу, покраска, ну, краска сама, материал, узоры я заказывал. Вот, все расскажу. Вот, так что, ребята, смотрим видосик. Всем, кто кушает, приятного аппетита еще раз. За это видео уже много сказал раз. Приятного аппетита. Ну, ничего страшного. Вот, все, ребят, давайте пьем чай. Кофе я пью, курю, кофе пью, курю. И переодеваюсь и приступаю. Сейчас включимся. Ну что, ребята, на калитку напилил. Метр 80 метров. Сейчас надо все зачищать. Да, точно.
что, ребята, все белоснежное, все со всех сторон, все тоже со всех сторон зачистил. Все, сейчас будем сваривать. Сейчас сначала как на тех воротах, сначала те верхушечки длинные, потом по 1,80 м, вот эти 1,80 м высота будет внутрянка, короче, где железо, 1,80 м, потому что у меня железо старое, 1,80 м. Поняли, короче, меня. Все, ребят, потом в конец видео скажу, какой размер, чего и как. Все, погнали. Сейчас маленько курну, приварю. Буду показывать обязательно. Все, погнали, ребята, работать. Ну что, ребят, все, ворота сделаны. Сейчас буду обрезать. Вот. Здесь не буду пока кидать. Вот эти. Ну, поняли меня, да? И снизу вот так бортик. Пока не буду делать, потому что с этой стороны у меня сначала я поставлю лист железа. Потому что мне будет воротину сюда. Потом, если все сделаю, не запихнуть лист железа. Не надо. Сначала лист железа, а потом уже кромки вот эти, ну, панели вот эти. Они что, десяточка, наверное, или пятерочка. Вот так вот. Вот так вот, чтобы было. Потом только приваривать. Сначала все красить. Лист железа сразу ставлю. И красить. Потом что-то на, я не знаю, думать с ручкой. Пострю. В интернете как. Не делал ни разу. Первый раз вообще ворота варю. Ребят, кому нравится, ставьте лайки обязательно, подписывайтесь. Вот. Так вот, так вот получается. Недорого и не сердито. Вот калиточка. Вот воротики. Все. Все, сейчас обрезаю, ребят. Или потом лист. Потом буду красить, обваривать. Ну, обрезаю, обвариваю, крашу. Потом лист железа сюда и сразу сюда эти наварю. Покрашу тоже. Сейчас нарежу их, покрашу. Вот, чтобы, ну, как его, поняли меня. Чтобы мне с этой стороны лист надо будет вставить. Потом только уже все защелкивать. Ну, заваривать. Потому что тот лист будет уже не вытащить. Это можно будет пропихнуть, тут вытащить. Вот. А так вот, так вот, ребят, получается. Все. Всем удачи. Ну что, ребята, все. Ворота она открывается. Оп. Оп. Все закрывается. Сейчас еще тут доделаю кое-что. И все. Погнали, ребята. Так, ребята, сделал такое сооружение. Вот так пока на саморезике. Приваривать не буду. Это мне, знаете, для чего? Угол не обшит, это вагонка. Тут тоже будет угол вагонкой. А сейчас мы вот здесь привариваем. А здесь на саморезиках. Что тут можно будет открутить и все. А тут подцепилить. Поняли меня, да, как, чтобы вот этот лист поставить сюда, железо. Сделал вот такие. Потом, когда уже бум, вот вагонка обшита стенка, а углы нет. Углы надо будет обшивать. А сейчас попозже чуть-чуть будет это. А материала сейчас пока нету, не будем обшивать. Может, в следующем месяце, чтобы пока никто здесь не лазил, сделаем временные вот такие вот уголочки на саморезике. Сейчас здесь к дому вот, пришуруплю, а здесь приварю и все. Потом надо, чик-чик подснял, все, зачистил, потом подкрасил, да и все. Как бы такой вариант. Вот, ребят, погнали, прикручу сейчас. Буду уже потом красить и наставить это. Сейчас прикручу вот эти две штуки под саморезы и буду начинать ворота красить. Надо уже красить
все, потому что так-то вроде дверь обварил, потом тут красим, нет, сейчас пришпандориваю, обрезаю калитку, все зачищаю, еще провариваю где надо, короче, и начинаем красить. Все, краска высыхает, ставлю на калитку железо, привариваю эти и сюда закручу железо и пойдем. Да, если успеет, то буду сюда уже нарезать железо на воротинах ставить. Все, ребят, погнали. Ну что, ребята, все, вот привалил. Тут на саморезике, там тоже. Все зачистил. Все, вот красота. Все почищено, зачищено. Все красить. Опять взяли светофорик краску. Там вон пол банки почти сейчас буду разбавлять. И она вон как это. Сейчас буду разбавлять, красить, начинать. Все, ребят. Всем доброе утро, друзья. Вчера не успел вам. Не успел вам вчера подснять. Тут копался, короче, и домой собрался быстренько. И на боковую устал вчера, краской поддышал. Че, вчера калитку закончил? Ну как закончил? Вот, все, железо стоит внутри. Ничего не болтается. Говорил, это покрашено. Вот так снизу. Видите, да? Туда. Ну, она прокручена с той стороны. Прихвачена. Саморезно так вот получается. Как сейчас железо сюда красим, это и ставим железо, бетонируем. Сегодня бетонируем, завтра пойдем покупать личину сюда и на низ вот сюда затворки наваривать, чтоб поняли меня, сюда есть уже одна. Так щеколда будет и на низ. А сюда личину. Вот сюда личину будем придумать. Так будет. Вот. Все, ребят, погнали. Короче, докрашиваем ворота. Вчера с узорами мурыжился, их долго красить. О, какой, ребят, смотрите. Погук. Ну-ка, вставай. Вставай, говорю. Знаете, ребята, кто такой? О, встал. Какой большой, да? Все, ребят, сейчас закрашиваем, короче, ворота. Калитка докрашена. Докрашиваем ворота. Ставим железо и бетонируем. Короче, до конца выравниваемся, бетонируем. Все, потом завтра личина. А мне уже наплевать, что железо будет стоять. Как бы, ну, что оно мешать не будет. О, не улетел. Ну, так что вот, ребята. С вас обязательно лайкос, кому понравился. Вот. Еще раз повторюсь, кому интересно, сколько такие ворота обошлись по деньгам, то обязательно пишите комментарии. Я вам как сниму форс, короткое видео сниму, сколько что по материалу обошлось. Вот так, ребят. Ну, дорого заказывать, 60 тысяч, вот, например, на такие же ворота, 60 тысяч. Это, ну, очень дорого. 60 тысяч, ни о чем. Ну, как ни о чем. Вы меня поняли, короче. Ну, дорого. Тут я скажу, тут, кому интересно, скажу стоимость этого забора. Если самому делать. Все, ребят, погнали, короче, красим и все делаем, покажу обязательно. Ну что, дорогие друзья, зацементировал, цемента не хватило маленько, вот туда, так все, там тоже зацементировал. Цемент будем покупать, ЦПС покупаю, не хватило, видите, на кусок, это кирпич у меня просто так валяется.
Так вот, все покрасил, все ворота, все сейчас на обед, здесь тоже вот залил, все сейчас на обед, всем тоже приятного аппетита, покушать, чуть-чуть вспыхнуть и продолжим дальше, буду закручивать железо уже, вот, все прикручивать буду, так что вот так, кстати, друзья, вас с праздником, с вербом. Вербное воскресенье сегодня. Все на кладбище идут. Погодка тоже хорошая. Все, друзья, еще раз всех с праздником. Приятного аппетита, кто кушает. Чай пить, те, кто чай пьет. Мы пойдем тоже перекусим. И будем уже наваривать железо. Все, давайте, ребята, не переключайтесь. Ну что, друзья, короче, мучился тут. Короче, это фиаско. Короче, старое железо стал прикручивать. На калитку подошло, как я показывал. А это, видите, маленько как вот так подошло наискось. Короче, будем новое заказывать. Но это не дело, это некрасиво. Все равно, видать, в глаза не бросается. Но вот сдалека, если видно, то чуть-чуть вот так поднаклонившись. Будем, короче, новое заказывать. Это проще, короче. Ну, старое есть старое железо, тем более дедушка еще делал это давно. На старые деревянные ворота, что там прикрутил. Главное вверх. Это ровное и ровное все. А железо нарезано, скажу так себе. Так что вот, ребята, привезут железо. Буду уже ставить новое железо. Еще маме вот покажу. Что мама насчет этого скажет, не знаю. Скажет оставлять, значит оставлю ей. Ну, мне не нравится, некрасиво, согласитесь. Вот. Будем, наверное, скорее всего, заказывать. Тут на это 3 листа. Вот. Будем заказывать железо. Вот такие вот дела. Так что, ребят, видео еще продолжается. Для вас это мгновенно, секунды, а для меня пару дней, пока железо что там есть в наличии или катать надо. Вот. Будем заказывать, что делать, надо делать по-человечески, как говорится. Все, ребят, я уже переоделся, сейчас жена приедет за мной, поедем домой. Все, ребят, всем добрый день, друзья. Забыл совсем включить камеру, пошел работать. Короче, привезли нам железо. Вот. Сказали 3-4 недели. Что-то быстро, даже недели не прошло. Но это и хорошо. Вот. Сходили, купили такую эту сверлоступенчатую для замка. Купили личину. Вот такую. Наверное. Ключики. Все, личину. А ступенчатая, чтобы высверливать это отверстие, вот эти, и под квадратик. Поняли меня, короче. Вот, железо ставлю. Уже 2 листа вставил. Только сейчас вспомнил, блин, у меня камера на зарядке. Поставил, забыл, пошел работать. Вот так. 2 куска осталось поставить. И ворота готовы. Будем заниматься калиткой, там личину врезать. Вот железо еще кусок. Это на калитку новое. Старое вот это в дырку. Такое снимаю. Все в дырках. Вот это ставим. Все, ребят. На сегодня, думаю, закончим ворота. Сейчас доделаем. Ставлю ставыши. Фонари еще наверх надо это поставить. Все, ребят. Меньше, как говорится, слов. Больше дела. Снимать одной рукой не могу. Вот, буду, что сделаю, буду вам это включаться, показывать. Все, погнали. Ну что, ребята, ворота, короче, доделал. Калитку не успел. Калитка старая, железо еще одно. Ворота вот доделал, все. Короче, как видите, погода снег. 8 мая. Вот, ворота вот получились.
чистим, почульно. Все. Осталась калитка, это старое железо, новое вот лежит, старое вот тоже сейчас заносим. Ворота вот получились. Все, красивенько. Там тоже я все сделал. Потом покажу. Можно и сейчас дойти. Вот, железо отпустил. Тоже здесь столбы были, покрасил. Вот было дерево. Тоже здесь и здесь. Все. Все, ребят, собираю и пошел я домой. Невозможно работать. Снег конкретный. Вот. Все, ребят, давайте. Ставим лайк обязательно ради вас. Видите, снимаю и работаю в такую погоду. Ну и для себя, конечно. Ну и вам, чтобы показать. Все, ребят, сейчас, если успокоиться, то будем доделывать. Всем привет, дорогие друзья. Блин, забыл, короче, сегодня камеру взять. В машине лежит. Забыл. Короче, что мы это... Врезаем личину. Сейчас покажу, что из этого выходит, как врезаю. Погнали, ребят. Ну что, ребят, вот так отпилил, короче. Вот. Отпилил, вот так личина, хоп, все вставляется. Видите, здесь будет железо. Вот так. С той стороны вот личина. Тут там ручка будет с той стороны. Здесь что-нибудь придумаю. Сейчас здесь наварю кожух. Вот и к нему что-нибудь придумаю. Все, ребята, погнали делать. Покажу дальше, что будет. Так, ребята, вот прикрутил. Вот тут так высверлил. Аккуратненько. Все, сейчас вот эту планку. Вот эту планку к этой приварю. Вот так вот. Вот эту планку прихвачу, покрашу, чтобы не ржавело, ничего. Пускай сохнет, пойду на обед. Так вот так будет стрелиться. Ну, сюда планка, чтобы закрыта была вот эта часть. И тут все будет закрыто. Все, ребят, погнали, покажу. Ну что, дорогие друзья, вот личинку установил. Все, все закрывается. Оп, все работает. Здесь вот так, такая красота. Все, как бы сейчас, сейчас, ребята, здесь отмечу, выпилю и все. Конечно же, подкрасить надо все черненьким подкрашу. Оп, оп, оп. Вот это да, туговато хоть почему-то. Не пойму, ручка. Вот, ребят, так вот, такая красота. Все, продолжаю дальше. Давайте сейчас там выпилю и посмотрим. Так, вот личинка. Внутри не мокнет. Не мокнет. Все, не мокнет. Все, ребят, давайте сейчас там выпилю, покажу. Ну что, ребята, все сделал. О. Оп, все. Дверь закрыта. Оп, заходим сюда. Вот дырочку утяну небольшую. Вот. Все, без проблем. Все. Все, вот. Вот такая красота, ребят. Сейчас докрашу и на этом, наверное, ворота все заканчиваю. А, вот там планку на той приварю. И все, на этом ворота закачиваем. Спасибо за просмотр. Думаю, что здесь уже планку приварю. Самое основное снял. Личину снял. Планка это по мелочевка. Вот. Как и на калитке делал. Я уже снимал. Вот. Так что вот, ребят, обязательно лайк. Спасибо тем, кто подписался, к тем, кто интересен. Я кому интересен. Вот. А так что, ребят. Пишите любой комментарий. Все, всем удачи. Всем пока.
fall.